друзья, с вами Кристина Санько, и сегодня я расскажу, как я ухаживаю за своей кожей зимой. Зимой наша кожа требует особого ухода, и сегодня я покажу, какими средствами я пользуюсь. В конце будет небольшой туториал по зимнему макияжу. Это мой любимый зимний макияж, он считается повседневным, очень просто, легко, и надеюсь, вам понравится. Первое, с чего я начинаю процедуру, энзимная маска пилинг. Маска отшелушивает, увлажняет и улучшает цвет кожи. Не содержит механических скрабирующих компонентов, которые травмируют кожу. Такая маска хорошо подходит для моей чувствительной и жирной кожи. Массажными движениями я наношу маску и оставляю минут на 10-15. Остатки средств смою теплой водой. А эта пенка – идеальное средство для удаления макияжа и любых загрязнений кожи. Воск жожоба, масло кокоса и натурального увлажняющего фактора обеспечивает сохранение естественного уровня увлажнения кожи. Воск смягчает, разглаживает, поддерживает естественную защитную среду, делает гладкой и упругой, препятствует возникновению на коже очагов воспаления. А масло кокоса очищает, смягчает, увлажняет и питает. Небольшое количество пенки наносим на влажную кожу и легкими массирующими движениями по силовым линиям смываем водой. Фитобиотоник сужает поры, выравнивает структуру кожи, улучшает цвет лица, тонизирует и увлажняет. Как витаминное, противовоспалительное и антибактериальное средство, регулирующее работу сальных желез. Контролирует секрецию кожного сала, оказывает успокаивающее, дезинфицирующее и смягчающее действие на кожу. Смачиваем ватный диск и тщательно протираем кожу лица и шею по силовым линиям. Завершаем уход кремом на основе ламеллярной эмульсии. Восстанавливает водный баланс кожи, заживляет кожный покров, успокаивает раздражение, превосходно увлажняет, успокаивает и защищает, матирует кожу, нормализует цвет лица, устраняет отечность. Наносим небольшое количество крема легкими массирующими движениями в конце процедуры и наслаждаемся эффектом. И это чувствуется уже после первого применения. Мои любимые средства от профессиональной косметики Плеяна и ссылочку, где можно все это чудо заказать, я оставлю под видео. Кстати, при выборе средства можно бесплатно проконсультироваться с профессиональным косметологом. Он-то и подобрал все эти средства под мой тип кожи. Теперь на очищенную и гладкую кожу наносим макияж. Наносим спонжем тональный крем. Тени я выберу из новой палетки. Так как макияж будет в холодных тонах, возьмем белый оттенок и нанесем похлопывающими движениями на подвижное веко. И под глазик тоже. Складку прорисуем серым. Стрелочки я нарисую очень мягкой, приятной черной подводкой. Накрасим реснички и прорисуем брови. Теперь создадим контур. Возьмем палетку для моделирования лица. Темным создадим скулы и затемним там, где это необходимо. Хайлайтером высветлим нужные нам места. Обожаю эту палетку, просто настоящий must-have для любой девушки. В интернет-магазине «Красотка Стайл» я заказала также палитру помад. Я думаю, сегодня мне подойдет вот этот холодный розовый оттенок. Ура! Мы это сделали! Ссылочку на эти продукты я также оставлю под видео. Ну вот и все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Не забывайте выкладывать свои DIY в наш альбом. Будем делиться хорошим новогодним настроением. Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока!